Всем привет! Сегодня получил посылочку ням-ням, какой-то вещью. Не знаю, что это, сейчас посмотрим. Посылка с Алиэкспресс, с Китая. Так, сейчас глянем, что тут. Ага, это что-то у нас тут для жены пришло. Даже не буду заказывать. Ох, вот. Да, это для жены. Маечка пришла. Вот такая вот маечка. Цицко тримач. Вот оно. Вот, не помню, сколько она там стоит. Доллар чем-то, по-моему. Ну, в общем-то, я выложу ссылочку на эту покупку в описании к видео. Вот, и там, соответственно, можно, в принципе, покупать. Качество неплохое. Пошив хороший. Ниточки нигде не торчат. А, есть немножко. А, нет, это просто кусочек ниточки упал. Так, да. Ниточки нигде не торчат. Все эластичное такое. Ничего, так даже тут что-то написано. Что тут у нас написано? 8% эластин и 92% нейлон. Ага. Так. Вот такая вот у нас маечка пришла.